Департамент здравоохранения возглавил Артур Фокин. До настоящего времени он руководил городской клинической больницей номер 7. Вместе с тем являлся депутатом городской думы. Напомним, предшественницей Артура Фокина на посту была Светлана Романчук. В облздрав она также пришла из парламента. В июне на Светлану Романчук заведено уголовное дело. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Решение сделать Артура Фокина главным медиком региона губернатор во вторник сообщил на заседании правительства. Мною принято решение назначения начальника департамента здравоохранения Фокина Артура Мирабовича. Ранее он руководил одним из ведущих учреждений города Иваново, больницы номер 7. Артур Мирабович, с коллегами поздравляем вас с назначением, желаем вам успехов.